Что происходило? Получается, ехал по этой дороге в сторону Думской. И вон там на перекрестке был выстрел. Один выстрел я сделал с окна, открыл окно, выстрел сделал один. И все, как бы, и поехал дальше. Снегом был. В центре Санкт-Петербурга неизвестные устроили стрельбу из окна автомобиля. Инцидент произошел вечером 9 ноября на пересечении Суворовского и Невского проспектов. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, из которой, по предварительным данным, велась стрельба. За рулем сидел 20-летний курьер ресторана, вместе с ним были 21-летний продавец магазина и их знакомый 17 лет. При досмотре у одного из них обнаружили и изъяли травматический пистолет, который находился в федеральном розыске в Казахстане. Для их поимки в городе объявили план перехват. Водитель признался, что выстрел был всего один. После чего поспешно дал газу и устремился в закат, в сторону Думской. Трех молодых людей доставили для разбирательства в отдел полиции. Выяснилось, что водитель был под подпиской о невыезде по обвинению в нанесении побоев.